Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Церкви, это выпускники курсов катехизаторских и выпускники курсов татарского языка. Я думаю, что это особенно символично, что мы сегодня по вашему благословению выпускаем тех людей, которые закончили, владыка, курсы катехизаторские, курсы татарского языка, потому что, как мы знаем, именно в этот день апостолы получили дар благодати Святого Духа и начали проповедовать на разных языках, на тех языках, на которых понимали их народы, пришедшие в Иерусалим. Каждый на своем, на родном языке. Федорова Надежда Борисовна. Тимошина Татьяна Николаевна.